Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное занятие кружка. Мы с вами находимся в таком трудном месте в изучении науки логики, что я, с одной стороны, готов перейти дальше, а с другой стороны, понимаю, что мы должны не отрываться от основной массы народа. Вот, поэтому я хочу сначала обратиться к народу, то есть членам нашего кружка, как вот есть ли желающие выступить с какими-то мыслями по поводу того материала, который мы рассматривали. Рассматривали мы с вами основания, и не все основания мы рассматривали, а только абсолютные основания. А абсолютное основание, сразу хочу сказать, если кого-то пугает слово абсолютное, я, например, долго никак не мог, это всегда вздрагивал, как скажут абсолютное, ну тут уже все. Нет, абсолютное основание включает в себя, абсолютное вообще означает ничем не обусловленное. Поэтому мы как бы имеем новое начало. А почему мы имеем новое начало? Потому что мы долго рассматривали вот всю предыдущую часть вот этой книги «Учение о сущности». Мы рассматривали рефлексию. Рассматривали. И уже, так сказать, в последней части мы дошли до противоречия. А противоречие разрешается. И во что оно разрешается? Идет в основании. Противоречие разрешается в основании. И тут произошло то, что нас не может не радовать, потому что самое непонятное и сложное было вот во всем предыдущем материале, это то, что мы имели дело с рефлексией, а именно с определенностью. Не с бытием, а с определенностью. Вот посмотрите, если так вот мы если книжки возьмем, учение о бытии, учение о сущности. Если учение о сущности есть снятие бытия, то есть отрицание бытия. Отрицание бытия – это что? Определенность. Правильно? То есть она по отношению к бытию выступает как ничто. То есть мы, если мы изучали вот в начале учения о бытии и это запомнили, запомнили, что отрицанием бытия является определенность, или определенность – это отрицание бытия, то и здесь мы должны понимать, что речь идет об определенности уже, прежде всего, и вот то, что мы рассматривали, относилось к рассмотрению определенности. Поэтому называлось только по-другому – рефлексивные определения. И вот эти рефлексивные определения, в том числе тождество, разность, различие, противоположность и противоречие. Вот это очень важные все категории, правильно? И когда берут разные стороны противоречия, то в духе логики формальной, ну, берут их как две части, или два куска, или два элемента, дескать, положительное и отрицательное. А Гегель в некоторых случаях, и вот вы заметите по тексту, говорит так, что вот мы рассмотрим положительное и отрицательное как одну определенность. Одна определенность выступает как положительное и отрицательное. Почему так можно сказать? Да потому что положительное и отрицательное не существует как два, это есть некое одно. Потому что в положительном есть его отрицание, так, и оно есть отрицание этого отрицания, поэтому оно тоже отрицательное. А отрицание, оно соотносится, оно в единстве с положительным, а раз в единстве с положительным, так оно тоже положительное. То есть, короче говоря, вот никак нельзя выбросить из понимания противоречия единство противоположных сторон. Даже если вы берете самую жесточайшую борьбу, допустим, войны, революции, для того, чтобы начать бороться, надо вступить в единство. То есть надо соединиться с другой стороной. Вот, скажем, если два войска стоят на реке Угре, долго стоят, и так они не соединились, то борьбы и не получилось. Но это, так скажем, можно сказать, психологическая борьба. Если два борца греко-римского борьбы, если мы возьмем, выходят на ковер, то для того, чтобы началась борьба, они должны сначала друг друга обнять, то есть вступить в единство. Только с этого. Или Гегель еще в начале науки логики приводит такой пример. Для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать.
Поэтому ни в коем случае мы не можем рассматривать положительное и отрицательное как какие-то не связанные между собой отдельные элементы или части, или даже противоположность уже этим свойством не обладает. Потому что противоположность включает в себя единство. Это во-первых. А во-вторых, это одна рефлексия, положительная и отрицательная. Это не две рефлексии, одна рефлексия. А как называется рефлексия, которая проявляет себя как положительная и отрицательная? Не обратили внимания? Кто может сказать? Как называется рефлексия, характерная для противоречия, которая выступает как положительная и отрицательная? Ну, я хотел бы всем сказать, и всем, кто здесь присутствует, и тем, кто здесь не присутствует, это смотрит, и когда у них складывается впечатление, что непонятно это, очень непонятно, ну, я думаю, что это естественно, что это не очень понятно, потому что это вот одно из труднейших мест вообще в науке логики. Но, с другой стороны, то понятие, которое является названием этой рефлексии, это во многом объясняет исключающая рефлексия. Ну, потому что положительное исключает отрицательное. И оно в самом себе имеет это отрицательное, которое оно исключает. А отрицательное, оно же единство с положительным, значит, оно тоже имеет в самом себе положительное, которое оно исключает. И каждая сторона противоречия, а тоже есть исключающая рефлексия. И они поэтому друг друга все исключают, и вот это все, раз все и всякую другую сторону исключают, оседает это, эти противоречия разрешаются. Противоречие разрешается. И разрешается, или, пишет Гегель, geht zugrunde, по-немецки, идет в основание, переходит в основание. Вот это такой этап, когда начинается другая тут совсем жизнь, учение о сущности, то есть появляется бытие некое, основание. До этого же все это были определенности. Рефлексия – это определенность. Вот все, что мы изучали, вплоть до вот этого перехода противоречия в основание, это все определенность. А теперь мы будем изучать что? А вот все осело, и появилось некое прочное бытие, и на него снова можно встать. А то ведь не соскучились вы по бытию? А почему? Потому что, во-первых, бытие оказалось проще изучать, хотя сначала было не казалось проще. Это во-первых. А во-вторых, дальше вот все дальнейшее движение, вот вся вторая часть этой книги, это будет возвышение вот этого бытия. И через такие категории, как бытие, как существование, потом как явление, потом как действительность, и, наконец, как субстанцию, а субстанция уже переход в понятие. Уже переход в понятие пошел. А переход в понятие означает отрицание сущности. А отрицание сущности – это ее снятие, а снятие сущности – это возвращение. Это второе отрицание. Первое было отрицание бытия сущности. Отрицание сущности, соответственно, возвращение к бытию. Но это такое возвращение к бытию, которое посредством изучением, рассмотрением сущности. Поэтому это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот, так сказать, перспективы, которые здесь открываются. То есть, чтобы понять понятие, ну, надо до него добраться, дойти. Потому что, то есть, надо вывести это понятие. И вот понятие – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Поэтому изучение сущности – это дорога к понятию. Кроме самостоятельного какого-то значения, это и дорога, это путь к понятию. И если мы, когда мы говорим о бытии, мы берем как бы внешнюю поверхность, как бы сплошную, мы не видим ничего за этим. Есть и все. Мы в этом не видим, потому что еще рано что-то видеть. Просто бытие. Мы не знаем, что за бытие. Если я употребляю категорию бытия, значит, я пока не разбираюсь, как оно устроено. Правильно? Потому что меня интересует, меня волнует другой вопрос. Есть или нет? И это очень важный вопрос. Потому что если этого нет, то нет и бытия. Если нас с вами нет, то нет и кружка.
Поэтому вопрос о бытии – это он принципиальнейший вопрос. А вот если оно есть, и мы вот просмотрели категории бытия, добрались до сущности, а рассмотреть категорию бытия теперь уже задним числом, кажется, это и не так уж и страшно, это качество, количество и мера. А мера – это качественное уже количество. То есть мы как бы прошли все этапы движения, и когда мы через узловую линию отношения меры, через эти скачки, когда нарастание количественных изменений приходит к качественным изменениям, идем, то и резонно, так сказать, в уме возникает мысль и вопрос о том, а что же там сохраняется? А сохраняет, вот то, что сохраняется, это и есть сущность. Что сохраняется в изменении вот в этом, когда идут все эти скачки? Вот вы смотрите на меня, а сущность-то у вас неизменна. Она от того, что я сказал, прямо так никуда не перевернулась, правильно? И от того, что я не сказал что-нибудь тоже. Сущность более глубокая, она не поверхностная. И она не подлежит вот такому легкому изменению, как это как раз бытие перешло в нечто, становление, и все. Нет, а сущностью так не будет. Там отрицание равно самому себе, и как равное самому себе отрицание, оно есть некое бытие. Вот что мы наблюдаем в сущности. Мы наблюдаем в сущности, что то спокойствие, которое мы все вроде бы хотим получить, все стремятся к спокойствию. Но как учит нас диалектика, что такое спокойствие диалектическое? Диалектическое спокойствие – это постоянное, равное самому себе и беспокойство. Вот люди привыкли к борьбе и живут, так сказать, все время в состоянии борьбы, и они спокойны. Особенно вот хороший пример спокойствия – это вот воюющие армии. Когда армия воюет, там все налажено, они постоянно, значит, сами стреляют. Какие-то жертвы имеют, но все спокойны. В том числе, что-то неизвестно было, чтобы вот во время блокады болели тут простудами. Уж такой был холод, уж не привели. Но неизвестно было. Непростудные болезни. И известно и другое, что вот борющаяся, побеждающая армия, у них раны закрываются. А вот если вы отступаете, у вас раны могут старые открываться. Поэтому, если человек постоянно настроен на борьбу и понимает, что вся жизнь есть борьба, как и поется в песне, вся та наша жизнь есть борьба, то он, так сказать, ну как бы что ему нервничать? Вот это вот что, это вот постоянное нервничание, это есть и спокойствие как раз. То есть приведите нервы в состояние постоянного нервного напряжения, и оно не будет уже таким напряженным. Какое же оно напряженное, когда оно постоянное? Когда оно постоянное, да просто там другое напряжение было, 110 вольт или 220 или 380. Вы можете сказать, Ленина, у него очень высокое было напряжение, он сколько книг написал, а мы написали во сколько раз меньше. Вот. Но он спокойный же был человек, не нервный. А все время беспокоился о том, об этом, об этом, об этом, об этом. Посмотрите, сколько, мало того, что писем, статей, записок, сколько написано. Причем писал их, вот посмотрите, фотографии знаменитые. Когда он в Таврическом дворце, прямо на ступеньках там, пишет записочку, срочно там сделать то-то и то-то. И любую минуту использовал. А у нас роскошно с минутами, мы так их не расходуем. Вот. Вот для того, чтобы понять, вот зачем я об этом говорю, для того, чтобы мы вот видели то место, на котором мы находимся. И вот мы попали в такое место, когда вот определенность, рефлексия дошла до такой логической точки, когда она превратилась в бытие, в некое, в основание, в эту грунды, осела в основание, потому что противоречие разрешилось, не просто переходило из одной категории в другую, из другой в третью, из третьей в четвертую, нет, оно разрешилось. Раз разрешилось, оно перешло в противоположность, а противоположность и определенность является бытие. Вот это бытие, которое появилось из рефлексии, потому что рефлексия как бы стала равной самой себе, как бы уплотнилась и стала выступать как бытие. Сама себя отрицала, а отрицала тем, что она есть постоянная, равная самому себе. Отрицание. И поэтому это вот она превратилась в основание, а раз основание получилось через отрицание, то в нем этот вот дух отрицания и есть все время, то есть основание раздваивается. На то, что есть, и на то, что отрицает то, что есть. Или
то, что выявляет то, что есть. Поэтому у нас есть основания, которые выступают в то же время и как основания, и основанные. А все вместе развивается основой. Основания и основанные. Вот очень важно. То, на чем что-то основывается, это основание. А то, что основывается на этом основании, называется основанным. Вот даже этого люди, если запомнят, которые изучают науку логики в кружке, и то они будут отличаться от других людей. Другие люди знают основу. Или пишут там философские основания, там чего-нибудь. Сколько? 10, что ли, этих оснований? Одно основание. Одно. А есть основанное на нем. И они внутренне связаны. Это одно. Это основа. А если вы просто берете фундамент какой-нибудь и на нем что-то строите, ну вот, например, если берут формацию общественно-экономическую, то рассматривают экономический базис и политическую, идеологическую, юридическую надстройку. Так? Их как бы разделяют тем самым. А если мы возьмем их как основание основано, то неразделимость основания основана мы уже усвоили. Поэтому мы и базис, и надстройку не будем рассматривать как нечто внешне разделенное. Они неразделенные. Поэтому вот если у вас есть надстройка политическая, скажем, в октябре 17 года образовалась новая власть, диктатура пролетариата, а у нее какое-нибудь основание есть экономическое? Есть экономическое? Или оно вот так, надстройка, и висит, болтается, и ждет, когда его свергнут? А есть основания, чтобы его не свергли? Вот вопрос. Основания есть? Вот на этот вопрос, конечно, можно ответить. Спрашивается, а что основанием является диктатура пролетариата? Интересы рабочего класса. Рабочий класс – это понятие надстроечное, или относящееся к идее, или относящееся к экономическому бытию? Экономическому бытию. Это класс, это группы, большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. А раз по положению в производстве, то если класс господствует политически, то это класс господствует политически, то есть это есть группа экономически определенная, имеющая прочные корни в экономике. Какие корни? Вот эти самые коммунистический характер интересов рабочего класса, они что, после революции появляются? Или они формируются при капитализме? Он же антипод, рабочий класс антипод буржуазии при капитализме, правда? Поэтому если он вот эти экономические интересы рабочего класса, они и есть основания. А основанная – это власть этого класса. Но она, чтобы стать основанной, надо сделать революцию. Правильно? Но после того, как она сделала революцию, не надо думать, что она такой самостоятельная. Она может существовать без класса. Как только вы от самого класса убираете эту власть, отрываете, дескать, власть мы сохраняем, а класс мы, значит, он уже не нужен. Спасибо, мы уже к власти пришли, до свидания, рабочий класс. Что, собственно, произошло в 1961 году на 22-м съезде, когда правящая партия и в лице своего первого секретаря, и своим голосованием, безголовым, можно сказать, безголовым в том смысле, что не мешало бы для такого вот сознательного авангарда поизучать то, что вот мы сейчас изучаем. Мы, конечно, скромные люди, многого не понимаем, но не надо так нас обижать, чтобы мы не понимали, что хоть какие-то, что если нет диктатуры пролетариата, то нету уже социализма. Это уже пошел переходный период к капитализму. Вот что получилось. Поэтому переходный период у нас начался к капитализму не в 91-м году. Он закончился в 91-м году. Они говорят, вот тут вот. Так вот это длительный был процесс. 30 лет. 30 лет. Но, с другой стороны, подготовка к нему уже состояла в неподготовленности и кадров, которые хотели быть вождями, руководителями и духовниками, а эти вещи, дескать, ну, это очень сложно изучать. Чего мы будем это изучать? Не будем это изучать, нам мы и так сидим. Если я первый секретарь, зачем я буду изучать? Вот вы у меня будете помощником. Так, а вы у меня будете вторым помощником, а вы советником, то есть Герасимов. Так, вот, товарищи помощники, вот, под руководством советника, подготовьте мой доклад о 27-й годовщине, я буду выступать. И до такой степени, вот, скажем, представители старшего поколения здесь присутствуют, это мы с Евгением Николаевичем,
мы знаем, аж секретари парткомов уже ничего сами не писали, ну ничего, засчитывали только, что им какие-то вот люди напишут, которые и стали действительными идеологами, а те, которые изображали из себя идеологов, они вот исполнители чужой воли. Но уже этих вот помощников их можно уже направлять, в том числе даже из-за рубежа. И направляли. И, скажем, какой-нибудь Яковлев, какой был Александр Николаевич, который был ИО, зав. Отделом пропаганды и агитации, значил больше в идеологической области, чем секретари по идеологии. Потому что он на самом деле писал, а они зачитывали, что он писал. Ну вот, если вы хотите быть идеологом, будьте им. В этом смысле. Это не от должности зависит, а зависит от того, вырабатываете идеи, какие вы вырабатываете. Поэтому вот этот вопрос вот, об основании основанном очень важный. Очень важный. Но Гегель не просто на этом остановился, что вот основание основанное, а на том, что вот как бы это бытие удваивается. Ну это понятно, удваивается. Это уже учение о сущности. Вот учение бытия, ничего не удваивалось. Или бытие, или ничто. Или бытие, или его отрицание, или определенность этого бытия, наличного бытия, нечто. А здесь удваивается бытие. Бытие вы берете как основанное, и бытие же берете как и основание. И вы их не можете взять отдельно. Нельзя брать основание, на котором ничего не основывается. Это оно не основание. А можем ли мы считать основанным то, что ни на чем не основано? И не надо выдавать. Сейчас иногда говорят, это по определению так. Что значит по определению? В определении такого нету. Сплошь и рядом сейчас говорят всякие проходимцы. Это по определению так. Слышали они где-то, наверное, из курса математики. Хватанули такое слово. Они и математики ничего не понимают, еще и народ пытается дурачить. Поэтому очень важно это понимать. И сразу вот мы выходим даже на понимание такого объекта, теоретического, как общественно-экономическая формация. Вот иногда говорят, мы против формационного подхода, мы за подход цивилизационный. Это вот если я к истине вот отсюда подойду, это одно дело, а если отсюда подойду, это другое, это ерунда. Просто общественно-экономическая формация – это не самая богатая категория. Некоторые, вот мы стремимся к богатству, понимание. Но это не самое богатое, это самая сущностная категория. То есть в этом смысле более общая категория, чем, скажем, понятие цивилизации. Чтобы достроить вот понимание формационное до цивилизационного, а это более богатое понимание, надо взять общественно-экономическую формацию и еще добавить рассмотрение чего? Потому, какая это нация в этой стране? Или какие нации? Раз. Потому что нации не рассматриваются в понятии общественно-экономической формации. Так, что еще? Культура не рассматривается. Город и деревня. Цивилизация от слова город. Город и деревня рассматривается, потому что экономика. Это рассматривается. Можно сказать, что рассматривается. Цивилизация. Да. А вот здесь вот и культура, и национальные все вопросы, они не выражены. Понятия формации. Наоборот, они абстрагированы от этого. У нас очень много разных стран, там разная культура, разные национальности. А стран, тип стран сейчас три. Или лучше сказать, два типа стран. У нас есть страны капиталистические, феодальных нет ни одной. Остатки есть там. Цари, короли, вот в Швеции есть король, Владимир Владимирович президент нашей страны, соболезновал королю той страны. В том, что там теракт, а теракты и там, и там. Это что? Потому что это общая, так сказать, картина современного империалистического загнивающего, умирающего капитализма. Поэтому, хоть у вас там еще остался король или не остался, в Бельгии тоже есть король, тоже королевство. А как называется, товарищи студенты, как называется Англия полностью? А? Только так, официально. Это же не знаю, это неуважение вообще к королям. Подумайте, какую Англию? Значит, Соединенное Королевство, Великобритания и Северная Ирландия. Соединенное Королевство. Соответственно, там, если король есть, то и принцы есть, и принцессы есть. Вот где надо жить. У нас нету ни принцессы, ни принцев. Ну что за жизнь такая пошла?
Хоть бы там мяса мало, хлеба-то хоть бы принцами были. Хотите, вот противоречие. А? Противоречие между рабочим классом и капиталом. Вот оно должно разрешиться в основании. Вот оно в какое основание? Между рабочим классом и капиталом нет противоречия. Оно может быть только между рабочим классом и буржуазией, капиталистами. Да. Оно и разрешится в основании. А что есть основание? А в основании будет бесклассовое общество, Иван Михайлович. Бесклассовое. Но вы говорите, что основание, то вот интересы рабочего класса, на этом основании растет пролетарское государство. Да, интересы рабочего класса при этом продолжают быть той самой основой, которая, так сказать, которая нас доведет. Которая... Основа разве интересы рабочего класса? А? Основание. Основание. Ну, вы основание, основу отделяете, что это основание? Основа это то, что двустороннее. Как вот, если вы интересы рабочего класса берете, так в интересы рабочего класса входит то, чтобы вообще классы уничтожить. А что нужно для полного уничтожения классов? Недостаточно создать бесклассовое общество. Потому что создать бесклассовое общество – это сделать общество, в котором главное – бесклассовость, а не классовость. Вот общество, в котором главное – бесклассовость, основа, основание, бесклассовость – это социализм. А в котором уже вообще нет классов, полностью они уничтожены – это полный коммунизм. И пока вот это не сделано, вот рабочий класс является, вот его интересы являются основанием для этого. Его интересы. И на это основание должны ориентироваться все, кто хочет стать прогрессивным человеком в эту эпоху. А если он говорит, я не хочу вставать на интересы рабочего класса, я более грамотный, я больше знаю. Ты, может, ты больше знаешь, но главного не знаешь, что прогрессивный человек – это тот, который стоит на позиции наиболее заинтересованного класса в развитии. Потому что более заинтересованного класса в полном уничтожении классов, а имеется в виду два момента, которые Ленин в великом почине и установил, и определил. Это, во-первых, ликвидация неравенства перед городом и деревней, о чем Евгений Николаевич уже говорил, и второе, преодоление различия между людьми физического и людьми умственного труда. И я обращаю внимание на вторую формулировку, потому что иногда она идет вот так, в дискуссиях. Надо различие уничтожить между физическим и умственным трудом. И это глупость. Вот это глупость просто. Как можно... Труд физический создает материальные блага. Правильно? Непосредственным результатом физического труда является какой-то материальный благ. А непосредственным результатом духовного труда является идея. Идею между идеей и материей можно уничтожить противоположность? Никак. Идея существует для того, чтобы понять материю, а не для того, чтобы уничтожить противоположность материи и сознания. Это невозможно сделать. А вот между людьми и физическим трудом можно. Как это сделать? Но надо, чтобы свободное время было больше, чем рабочее. Вот пока у вас рабочее время 8 часов, в лучшем случае, а на самом деле оно и не 8, а гораздо больше фактически. Понятно, что одни заняты одним видом труда, другие другим, и это противоположность создает известно. А другое дело, когда свободное время не 5 часов, а рабочее время 4 часа. Вот кто вы, будет зависеть не от того, чем вы занимаетесь. Вот может вы будете в рабочее время заниматься... Ну вот тем, что вы здесь вот изучаете в качестве своего профессионального дела. А в свободное время будете заниматься философией. Кто вы будете? Если вы 5 часов занимаетесь философией, а 4 часа вот своим, так сказать, профессиональным трудом. Философом будете. И это вот так и преодолевается различие. Человек, так сказать, 5 часов играет на скрипке, а 4 часа на станке работает. Кто он? Скрипач. Ну, если он 8 часов... За станком, потом он едет домой, потом он приезжает на работу, потом ему нужно ходить в магазин, потом ему нужно вести детей в детский сад, а потом детей надо в школу вести, потому что сейчас в школу детей нельзя отпустить. Хотя, вот скажем, представители старшего поколения, можно сказать, в прежние годы, один раз тебя в школу отвели, и до свидания. И все ходили сами, потому что смысла не было воровать детей. А сейчас прямой смысл есть, у него можно у богатых получить большой выкуп. Или продать на органы. Или продать на органы, опять же, получить большие деньги. А у нас самое главное, что у нас? Главное, так сказать, сейчас цель – деньги, капитал. А если прибыль такая большая, капитал пойдет на любые преступления. Правильно? Короче говоря, вот эта вот постановка вот вопроса здесь об основании, об основанном
Вот она, с одной стороны, нас заставляет тут подумать крепко над этими вещами, а с другой стороны, она настолько важная и настолько применимая широко, чтобы ничто не брать вот просто как необоснованное, если сказать, что вот выпаливают просто люди, ничем не обосновывают. Надо и в разговорах, и в дискуссии, и в доказательство своей позиции тоже нужно иметь какие-то основания. Если никаких оснований нет, вот таких людей развелось, которые болтают, и они отстаивают идею мнения, дескать, вот у меня мнение такое. Или положительное звучание придают понятию дилетант. Вот по «Эхо Москвы». Журнал даже есть исторический «Дилетант». А дилетант – это кто такой? Дилетант – это человек, который ни в чем не разбирается. Дилетант. Если я в чем-то дилетант, то, значит, не спрашивайте меня, я тут ничего не понимаю. Вернее, наоборот, можете и спросить, но я вам сейчас такого наговорю, но с меня взятки гладкие, поскольку я дилетант. А раз дилетант, ну что вы ко мне предъявляете какие-то требования, правильно? И это же шаговорство, это шиком подается сегодня, шиком, дилетанты. И дилетанты высказывают мнение, да еще особое, вам особое мнение или знание, вам что нужно? Вы за знанием пришли или за особым мнением? За моим мнением пришли. Зачем вам мое мнение? Вот если я вам помогаю хоть какое-то знание получить, но я понимаю. А если я пришел с мнением, и вы узнали мое мнение, потом придет другой, выскажет другое мнение, придет третий, выскажет третье мнение. А это будет плюрализм мнений. А в чем смысл плюрализма мнений? Я объясняю. Потому что против истины выступать на самом деле тяжело. И против нее самое главное оружие такое – утопить эту истину среди кучи всяких разных мнений. Вот это называется плюрализм мнений. Чтобы истина и ложь ходили на равных, причем лживых и неверных утверждений было много. А среди них и это, дескать, и вы тоже, пожалуйста, можете высказать. Одни говорят дважды два – три, другие дважды два – семь. Третий говорит дважды два – четыре, три десятых. И остается? И остается сделать? Да, было очень светло сначала. У нас есть люди, которые наблюдают за этим. Не дилетанты. Специально обучены. Вот. Поэтому вот такая есть очень интересная книга Валентина Даниловна Скоржинская. Чехословацкий ревизионизм, такая большая книга. Вот она рассказывает, что главной основой антикоммунизма является именно относительность, как бы истина. Дескать, все относительное. Нет никакой истины. Вы так считаете, я так считаю. И тогда размыть это вот противоположность истины и неистины. А вот если вы возьмете книгу, которую мы изучаем здесь. Как раз в самом начале Гегель ставит, я снова хочу поставить на соответствующий уровень вопрос об истине. И он даже приводит эту сцену с Пилатом и с Христом, когда от Христова обращаются и спрашивают, а что есть истина? Я сказать, это сейчас в наше время же не важно. Важно, что такое истина. А истинное соответствие понятия объекту. Или потом мы учение понятий поймем, что это истинное соответствие уже объекта тому понятию, которое формировалось у человека на основе познания истины. И он преобразовывает мир. И если ему удается преобразовать мир в соответствии с тем понятием, которое он выработал, значит, он правильно понимает мир. Вот потому что практика подтверждает тогда истинность его, посюсторонность, говорили классики, своего мышления. Ну вот здесь, после того, как Маркс, Гегель говорит об основании, он ставит вопрос прямо, подраздел делает абсолютное основание и рассматривает там такие понятия, как форма, сущность, содержание. Но как он их рассматривает? Парами каждый раз. Сначала форма и сущность. Вот поскольку речь идет о сущности, которая выступила как основание, то вот то основание, в виде которого выступила сущность, как некое бытие, это вот это и есть сама сущность. А та же самая сущность в виде своих определений рефлективных – это ее форма.
как бы сущность, она выступает двояко. И как основание, то есть как сама сущность, и как основная, как форма. Форма, она ведь не отделена от сущности, но она, тем не менее, мы различаем сущность и ее форму. Различаем? Различаем. А если мы различаем сущность и форму, то, следовательно, если вы теперь возьмете сущность, то по отношению к этой сущности, простите, форму, то по отношению к этой форме, тогда эта сущность выступает как бесформенная. Согласны? Вот есть сущность и форма. А раз это форма, а это не форма, тогда это бесформенная сущность, а это оформленная сущность, то есть форма. А вот такая сущность, которая является как бы лишенной формы, лишенная здесь не в том смысле, что кто-то это утащил, а в силу этого вот противопоставления, в силу того, что есть основанная как форма, поэтому основание выступает как бесформенная, то есть лишенная формы материя. И слово «материя» здесь употребляется не в том смысле общефилософском, когда мы под всем бытием, все всякое бытие, которое есть, все бытие называем, то, что есть, называем материей. Нет, здесь идет о том, из чего состоит нечто. Вот если это нечто передо мной лежит, а в чем вот я от всяких форм тут отвлекаюсь, а в чем там эта материя-то из чего? Хоть железяка. Ну, вот так устроена железяка, ее так и называют железо. И компьютер называют железо, когда имеет в виду не программное обеспечение, не соответствующее, относящееся, в общем-то, к идее, к сфере идеи, к сфере сознания. Вот операционные системы, а берут, собственно, вот это устройство. Это некая материя. Газ, девайс, там много синонимов. Да. Вот, а дальше следующая категория. Вот дальше следующая категория, пойдем рассматривать, это форма и материя. Теперь уже форма и материя у нас получились. Сначала была сущность и форма, а теперь форма и материя. Но мы поставим вопрос о форме и материи, они же едины. Основания основаны, едины. Вот это единство формы и материи, как бы вы назвали, молодой человек? Как бы вы назвали единство формы и материи? Вас я вот не спрашиваю. А он говорит, да никак вот я не назову. Потому что не хочется назвать, чтобы не попасть ни туда. Хотя тут без ошибок не пройдешь. А? Нечто целое. Да, вот это нечто целое называется содержанием. Содержание. Единство формы и материи – содержание. То есть не только форму, вы же различаете форму и содержание, да? Все-таки вы берете что-то вот еще больше, чем форма, саму материю, то есть чего состоит, это вот содержание. Но если вы так определяете содержание, вы никак от нее не оторвете уже форму и не будете рассуждать на тему о том, что это содержание, а вот форма. Как вот форма? Вот форма, она неотделима от содержания вообще. Ну, с вами не поспоришь, вы вооружены гигельской. Так с Гегелем не поспоришь. Так я вот люблю ходить вдвоем на дело. А вы еще пойдешь в одиночку, дадут по голове, и все. Я имею в виду на всякую дискуссию и так далее. Как это вот. Ну, если мы. Как говорили классики, вы говорите, что хотите? Вы хотите вот встаньте на плечи пигмеев и смотрите вперед. Далеко вы увидите. А есть другой способ. Встаньте на плечи гигантов мысли. И тоже смотрите вперед. И что? То есть вот простая задача, нам нужно, ну понятно, вкарабкаться на плечи гигантов тоже тяжело. Вы понимаете, что надо вскарабкаться, то есть надо овладеть вот этим, а это сложно. И я вовсе не скрываю ни от членов нашего кружка и от тех, кто занимается, поскольку внимание к кружку определенно такое, привлечено очень широкое, люди пишут, как что мы не то скажем, говорят, а что у вас такое не то говорится, вот, то есть... Вниманием пользуются, потому что люди ищут, как им-то в подспорье получить, как облегчить это вот тяжелое такое дело, как освоение. Ну вот, раз есть, вы начали различать форму и содержание, а вы не забыли, что содержание – это было единство формы и материи. Поэтому никак вы не можете оторвать содержание от формы, правда? Содержание и форма. Это вот все в разделе идет абсолютное основание. То есть абсолютное основание –
Вот оно, вот такие содержательные категории. Такие категории, которые здесь употребляют, как форма и содержание, все их употребляют. Причем содержание чаще выплескивают, потому что вот так называемое реформирование, которое мы наблюдали, начиная с горбачевских времен, особенно в период ельцинский, реформируют, и сейчас, говорит, если у вас сейчас примерно как я бы пришел бы к вам как врач, пощупал, в вашем организме нуждается реформирование, и выписал, соответственно. И что значит делать надо? А какую-то реформу надо делать? Ногу отрезать. Ну, переставить руку с ногой, поменять. Сейчас пришивают все, смотреть, не будет ли лучше. Что-нибудь такое? Что значит реформировать? Как можно цель такую ставить, реформировать, то есть менять форму и ставить это самоцелью? Как будто... Но вы же понимаете, что содержание у вас поменяется при этом? А содержание само, оно что, разве содержание само бесформенно, оно безобразно, безобразно. Содержание требует соответствующей формы. Вот содержание художественного произведения требует и соответствующей художественной формы. А если у вас этой формы нету, то нету и содержания у этого художественного произведения никоим образом. Поэтому вот эта глупая, но широко распространенная идея реформирования, вот надо реформировать вузы. Вы что хотите сделать? Не скажем, потому что если бы они вам сказали, что они собираются сделать, их бы туда не допустили, их бы, наверное, судили и наказали как преступник. А что они делают? Они сократили обучение, они сделали ориентировку на Запад, на выезд наших выпускников за границу, для этого приспособили к Болонской системе, чтобы легко было, так сказать, сочленять наше. У нас образование было выше на один год, у нас специалистов готовили, а теперь 4 года. Вот. И чтобы было как на Западе, и что мы готовим 4 года, а потом магистратура. Володь, посол, позвоню, сейчас скажу. Магистратура. А что такое магистратура? Магистратура у нас единицы идут. Ну, в некоторых вот вузах побольше. В Москве, например, в Московском университете, можно сказать, это единственный университет, где магистратура по численности такая же, как бакалавриат. Но это может позволить себе Московский университет. А вот, скажем, уже в Санкт-Петербургском университете, тут картина другая, резко меньше, чем в бакалавриате. Да это и понятно. Но одно дело вытерпеть 5 лет в семье, тянуть человека, чтобы он, даже если на бесплатном обучении, а другое дело 6 лет. Тяжело. И вот поэтому у нас сплошь и рядом, вот, скажем, у нас в университете, вот я преподаю на очно-заочном, интересное название вместо вечернего, дескать, то я их вижу, то я их не вижу, то они приходят, то не приходят, точно заочно. А вот они начинают в 17:10, и наша вся магистратура начинает в 17:10, потому что люди работают, и они днем не могут, они приходят в 17:10. Ну, не все, конечно, приходят, но кто может, тот приходит. Я не могу сказать, как раньше, дескать, вы почему не явились? Если вы явились, ну, спасибо большое, что вы явились, потому что это большое достижение. Вот такая картина получается. Вот, поэтому вот на эту тему нам надо еще вот этот мусор колоссальный, который набросан у нас в общественное сознание с реформированием, вот как-то его выбросить. А как его выбросить, если люди в этом не разбираются, на эту тему не думают? Не может быть формы без содержания. Не бывает бессодержательных форм. Каждая форма имеет свое содержание. Если вы меняете форму, то вы меняете. Говорит, мы вас оптимизируем. Что значит оптимизируем? Вот меня учили на матмехе тому, что оптимум – это целевая функция. Может быть, одна цель, может быть, другая. То есть какая-то функция, и вот вы ее или минимизируете, если это затраты, или вы максимизируете, если это какие-то результаты. А когда вам говорят, мы сейчас оптимизируем, то есть отрезаем об руки ноги, сокращаем отделы, разделы, которые нужны, делаем необходимое, дескать, ну зачем у вас машина такая дорогая, давайте без колес ее выпустим. Это будет реформирование? Машину без колес выпустить? Будет. Почему нет? Подушки. Да, зачем на воздушной подушке? Давайте крышу снимем. Зачем? Лето сейчас, можно ездить без крыши. Форма активна. Вы видите, вот как самокаты хорошо раскупаются. Зачем автомобиль? Самокат – это простейший вид автомобиля, только надо вот это реформировать, убрать этот ненужный мотор, потом вот это все, это днище такое широкое сделать, узенькое такое, колесико два,
и руль. Зачем этот круглый такой большой? Это такие затраты. Вот, вот отреформировали автомобили, получили самокатик. А некоторые вот уже умеют на одном колесе ездить. Хорошо теперь уже, начиная с гирокомпаса, дошли до такого средства передвижения. Стоя, можно по тротуару, тебя никто не собьет, ты сам кого-нибудь собьешь и нос все разобьешь. Иди, катайся. А можешь 15 минут покататься, деньги большие заплатить. И тоже хорошо. То есть вот, что мы наблюдаем, когда мы берем вот эту только одну проблему. Отрыв вообще формы от содержания. Как можно вообще заниматься реформированием? Цель? Мы должны реформировать. Это с какой целью это реформировать? А чтобы вы так не сидели, что-нибудь умное не придумали, а вы все время бы пересаживались, да? Да перестраивали, да переделывали, да формы вы все время меняли. А формы-то вы все время меняете, и эта беспокойная форма не дает вам, можно сказать, не дает спокойного содержания. А спокойное, спокойное явление, как дальше мы увидим, называется законом. Вы ничего закономерного не получите, а получите случайное. И это случайно позволяет кому-то пролезть высоко, кто не знает ни хорошей науки, не умеет хорошо организовывать дело. Потому что для хорошего дела нужен спокойный и глубокий напряженный труд, а не изменение постоянной формы. А если я все время переодеваюсь, мне говорят, так, сейчас на лекцию не идите, надо переодеться. Только я забрался на лекцию, говорю, так, давай другой пиджак, другую руку, а так, галстук не пойдет. Я только все прихожу, а уже никого и нет, дореформировались. Вот, то есть это все очень применимо к нашей жизни, потому что видно, что, ну, как вот иногда говорят, там, острая недостаточность, медики говорят, так у нас острая недостаточность понимания или знания диалектики. Острая недостаточность, ну и чтобы ее восполнить, ну, тут требуются такие систематические занятия, что мы, собственно, с вами и осуществляем. Поэтому я вот обращаю внимание на это. Я думаю, в следующий раз мы дальше пойдем и не будем считать, что мы это все освоили, это место, но мы уже там, по крайней мере, три занятия этого посвятили, да? Три. Это не значит, что мы не проскочили просто так. Я вот это название на это вот, этому занятию, думаю, что описание сделаю такое, что мы рассмотрели абсолютные основания, в том числе соотношение формы и материи, формы и содержания, сущности и формы, формы и содержания. И мы постараемся пойти дальше, там, где пойдет уже Б. Определенные основания. Определенные основания. Ну, понятно, что поскольку вся наука логики построена на том, что следующее вытекает из предыдущего, какого-то смысла такого быстро бежать вперед, не освоив предыдущее, в общем, нет. Поэтому можно было бы сказать, давайте перевернем, и там тот, кто такой быстрый, советую прямо открыть вот оглавление, там прямо все можно. И все по порядку будет известно. Но это значит, что это вот Гегель назвал рядоположенность. Тут ничто и ничего не выводится, а они просто рядом лежат. И поэтому, так сказать, никакой связи не находится. Так построены все словари. Вот словарями хотят заменить науку, скажем, научные произведения какими-то словарями. В философии берем философский словарь. В политэкономии берем экономический словарь. И смотрим, там все А, Б, В, Г. Человек. Берем тоже по алфавиту. Чего? Г. Голова. Смотрим, что такое голова. Что написано про голову. Так, сердце, сердце. И все по отдельности. Если все это что получится у нас? Человек, разрубленный на части. Это анатомический театр. Ну, почему-то эти вот отдельные части еще живые. Может, только что разрубили, что ли? Я не знаю, как вот может быть, что они еще живые. Стараются их в словарях сделать. Причем словари, как правило, пишут отдельные статьи, отдельные люди. Никак не связаны с разными еще и позициями, никак не связаны между собой. И тот, кто вот немножко так знает, как устроена наука наша, он поглядит, что эта статья 4 человека написала, ту 5, это 16, это и так далее. И эта куча написала людей, из которых каждый из них ни один, ни одной книжки не может написать серьезной, по серьезному вопросу. То есть вообще им доверять нельзя. И поэтому не вот как говорят, все врут календари. Ну, я не сказал бы, что словари все врут, но многое врут словари. Например, если вы залезете, так сказать, в словарь, будете узнавать что-то в компендиум, вам скажут, что это вот вроде как краткое содержание, обзор, а в латинском языке
если вы возьмете ваш словарь латинского языка, это словарь не научный, а словарь языка, там написано компендия, это кратчайший путь, прямая дорога. Вот вы в изучении диалектики как хотите идти? Кратчайшим путем, прямой дорогой. И так-то трудно. Нам еще предлагают пойти по болотам, через колючую проволоку перебираться, обязательно в канаву, в канаве искупаться. Вот как касается вопрос. Ну вот, значит, что бы хотелось? Хотелось бы, чтобы товарищи, которые будут повторять эту тему, а ее нужно повторять и не раз, я могу честно признаться, что я каждый раз читаю с интересом и удивлением. И вдруг я замечаю то, что раньше не замечал. И читал, если кто-то скажет, что я два раза читал, то меня, например, не удивляет. Я, например, не знаю, может, 22 раза читал, может, 21. Ну, то есть это вот, если есть возможность еще раз почитать, то есть как бы пообщаться с умным человеком 20 раз лучше, чем 100 раз с дураком. Давайте пообщаемся с умным человеком. Понятно, что умный человек, общение с умным человеком требует напряжения головы. А как может быть голова вот развиваться? Через напряжение тоже. А как она может иначе развиваться? То, что не требует напряжения, оно никак не направляет. Все рекорды, даже спортивные, все берутся только благодаря напряжению. И все выигрыши, да, делаются. В том числе и военные, и научные, какие угодно. Все это требует напряжения, ну, мысли обязательно. И воли обязательно. Если есть воля, так сказать, взять и осваивать серьезное произведение. Нет такой воли. Ну, давай всякое несерьезное будем читать. И сам будешь несерьезный. У нас, когда я учился, на одном из собраний выступал профессор Залгаллер и говорил, вот все люди делятся на две категории. Первый. Делают, а вторые очень понятно объясняют, почему этого не сделали. И вот из первых выходят там крупные ученые, изобретатели, хозяйственники, организаторы производства. Нет, а из вторых выходит. Это критика? Или это Сталин бы сказал, комплимент с известной долей издевки. Вот. А из вторых, говорит, администраторы организаторов. Вот. Поэтому тут вот. Более нижняя должность. Да, это так. Да это разве плохо? Да, нормально, хорошо там. Поэтому это вот вопрос выбора. Я, например, всячески противник того, чтобы, скажем, ну, обязательно сделать это. Как можно обязательно такую трудную вещь заставлять делать? Нет, обязательно. Как спецкурсы, например, в ВУЗе серьезные. Ну, ходят 4-3 человека, и хорошо. Кто это сделает? Кто это может сделать обязательно? Да это немыслимо обязательно. Обязательно вот да, общие курсы это делают. А это, то есть не то, чтобы это для избранных, но избирают сами. Это по выбору. То есть вот если вы выбор такой сделали в пользу изучения диалекта, то есть вы хотите себя продвинуть далеко. Ну, если хотите продвинуть, продвигайте. Но это требует вот соответствующих систематических занятий. Мы это учли все. Почему, как мы это учитываем в кружке? Это обращение и к тем, кто здесь сидит, и тем, кто нас смотрит и слушает. Мы это учли таким образом, что занятия наукой логики Гегеля не должны вышибать вас из других занятий, правильно? Поэтому никто не говорит, что здесь нужно бросить все и заниматься наукой логики. Нет. Это занятие, во-первых, вот наши товарищи пробуют некоторые сделать кружок еженедельный. Мы никогда не делали еженедельный кружок. Еженедельный кружок вас заставит отрываться от других дел, а не с радостью заниматься в течение. Это же полмесяца. Ну, в полмесяца у нас занятие 1 час. Разве это много для гениального? Приобщаться к гениальному в течение 1 часа в месяц. Как вы считаете? Так, я думаю, скорее сделают вывод люди, что это мало. Ну, раз мало, так вы сами-то немножко готовьтесь, считайте. Ну, сколько будете? Ну, сколько будете, столько и будете. Мы будем потихонечку двигаться вперед. Все равно это все записывается. Записывается и вывешивается. Если у вас потом летом будет время, вы и летом вернетесь, почитаете, послушаете. Некоторые люди берут и пишут нам, что мы это, я просмотрел все кружки, все занятия, значит, с первого до последнего. Есть и такие люди, их вот здесь их не бывает на наших занятиях, но они бывают в нашей жизни, они этим занимаются. Это содержание, форма вот у нас одна, а содержание другое. Поэтому намечаем следующее занятие когда? Через 2 недели. 25. Когда это будет? 25-го. 25-го.
25-го будет у нас новый занятие. Так, сегодня заканчиваю.